Привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я вам расскажу и покажу то, что мне подарили на 8 марта. Кстати, это один из подарков. Это яблоко. Яблоко, еще и цветы были. Мне подарил один из каратистов. А вы же знаете, я хожу на карате. Это яблоко я не съела до сих пор, мне его жалко. И следующее, то, что мне подарили, это мне подарил дедуля на 8 марта с конфеты Мерси. Я их еще не ела как бы, но вот такие конфеты. Здесь молочный шоколад, кофе, сливки, лесной орех и миндаль. Ореховый крем, марципан, темный шоколад, темный мусс и кремовая начинка по ралине. Вот такие конфеты Мерси. От дедули. Всем привет, тот, кто мне подарил эти подарки. Так, следующее. То, что я себе купила на 8 марта, это вот такую книгу. Эта книга называется «Алия», а придумала эту книгу Холли Вебб. Я ее не дочитала, но я остановилась на странице 126-127, а сегодня страница. Сейчас скажу. Сегодня 14 глав, а страниц 349 страниц. Ой, 340. Да, 9 страниц. Вот такая вот книга. Алия. Следующее мне подарили в школе. Это 100 научных опытов для детей и взрослых в комнате на кухне. Вот, и кто, напишите в комментариях, кто хочет, чтобы я снимала про эти опыты в следующих видео. 100 опытов, это точно про видео. Вот, и мне 8 марта папа мне подарил вот Аленку с орехом. Аленку с орехом, молочный шоколад и фундук. Ну, открытку. Здесь написано: поздравляю с женским днем. Ну, в общем, здесь такая травка, вот здесь ее можно вот так. Вот так можно травку. Вот здесь цветочек, который можно вот так скинуть. Солнышко. И стразы мои, стразы мои. И книга Нил Гейман «Каролина», которую я уже прочитала. Вот. Здесь 13 глав. Именно, знаете, она не Каролина, а именно Каролина Джонс. Вот здесь вот 13 глав, а страница 188 страниц. Это книга о том, как девочка решила. Там было дверь, они переехали. Джонс, и Каролина шла в гостиную одну дверь, мама сказала, что там кирпич, вот, потом она показала даже ей, потом она еще раз, эта дверь открылась, она туда пошла в другой мир, там, где была другая мама, другая папа, вообще другая семья ее, и там они, у них были глаза пуговицы черные, вот, мама хотела ее оставить в том мире навсегда, но ей удалось... Ей удалось вылезти, но как-то вот эта другая мама рука оказалась все-таки в другом мире как-то. И
она эту руку все-таки убила, и она как бы... И она осталась живой, и она думала, что ее родители взяла эта мама, но они как-то появились, и эти родители думали, что это просто сказки, то, что она рассказывала им, но на самом деле это было так. В общем, вот такая книга интересная, советую прочитать. Мне мама подарила вот такой набор. Вот здесь есть зеркало, помады, розовые, фиолетовые, красные, румяна есть. Здесь есть тени, очень много их. Ну и так можно закрасить, вот здесь полукруги синие под глазами. В общем, вот такая классная косметика. Кроме этого, мама мне еще подарила для бровей карандаш. Подарила еще блестки, ну и лак. Интересное яблочко, да? Ну и ставьте лайк, кому понравилось видео. И подпишитесь на мой канал, вы увидите еще кучу интересных видео. Всем пока!